все, да, это? Угу. Что там будет? Посмотрим. Да, их да. Плюс он, да. Десятки поставил, блядь, что? 25. Да. Десятки. 25 на вечер решил оставить. Ну это виклик. Чтоб все делали. Ну просто после виклика мало кто пойдет десятки и не возьмешь всех. Ты про что? Ну, если десятку делать после. После 25-х. Там же надо в 4 не сразу. Правильно? Ну, вот. Да пойду, да мне. Вот Ждан вон с артиллерией пойдет. Фу ты, блин, не то что. Ты хочешь сделать два битвы. Сегодня и завтра, да? У вас осталось. Правильно. Ну, насчет вопросов, да, почему первый рейд идут все, а другие битвы не фармят. А я полчат доберу и ИП дам людям, которые придут, и все. Ну правильно, в принципе. Резко, а что, просто так сидеть без ИП, что ли? А делал даже не ИП, а без рейда сидеть. Ну и что, посидеть до ранее. Что, на X1 что ли не сидеть? Слушай, ну я так вот посмотрю, если я магла, хотя бы там половину смотров заберу из того, что падает вообще. Это 6к ДПС. Веси, осторожно, не сильно бьют. Быстрее, чем. Они не тонтятся, все правильно. Будем руками тогда. Чистил копну. Ну, еще один остался. А теперь свободнее можно бежать, да? Постал играл? Нет. Постал кто-нибудь играл? В рейде. Как это, блядь? Ну эти, блядь. Бегаешь, короче, по городу, там тёлка, я прохожу насквозь, блядь. Чё за хуйня, чё не кастую? На те сама, блядь. Маги, а можете вы воровать? Вот эти вот бафы могильные касания, искривление пространства, течение магии. Можете воровать у них? По-любому могут. Если бы не был маг, я бы, наверное, тут был. Но если не первый, то топ-3 по ДПС точно. По-моему, тут столько всяких этих спелстельных кастов. Где рога? Можете, да? Но воруете сюда что? Можешь. Я серьезно говорю, чертогов молний у этих... У железных РВД-кастеров там такая, у них остается меньше 30% КП, у них паф, чародейское ускорение, там на 20% дает, на 20 секунд паф, охренеть. Какие-то лучи там есть, там, кто куда должен вставать? Я в красный луч, кот рога встает, зеленый луч, синий встает, топ ДПСер, галышек. Галышек, лякуш ты будешь вставать, галышек без дискорда. У нас вообще топ ДПС МОСа, вот, поэтому...
Рога вылетел, что за херня, можно было рогу на зеленое, мусор на синий поставить. Второй галышек, там следующий отстают уже на 3500, это лоб, не имеет смысла его ставить. Вар вообще 4 дает, так что ему тоже смысла не отставать. Да нормально, 7 лямов. Хрень полная, пусть кот встает в синий, а ты вставай в логе зеленый, ты все равно, блять, в логе. Че зеленое дает? Зеленая ману забирает. Всё, соответственно, туда способен вставать человек без маны. Все, пуляй нахуй. Гади, ребаб дает. Так не надо куда становиться, ляпуш. Какой это ой, самое? Кот встанет, он кот там встанет больше дамаж. Окей. Кот синий, кот зеленый, синий, ты это звезда красная. Давай. Пуляй этого пидора уже. Мана. Бери его, выделя 80. Первый раз понял, танчишь тут. И он кастует, отбегаем к этим, как к окнам нахуй. Второй раз ждешь окон его, там танчишь, и отбегаем сюда, и повторяем это все. Вот я жду, пока он идет. Да нахуй ждать, ты просто его веди сюда, и все. Отходить от красного. От красного никто должен стоять ближе к красному, чем я. Алло. Маги, отходите оттуда. Во. Че он дергается? Нормально все? Да. Так, читаем. Эффект исцеляющих заклинаний увеличен на 7. Здесь. Ну, он там так стоит, он нас не шотнет, когда будем перебегать. Вот так мы будем бежать к окнам. Ого, так лучше. Не, просто не близко фикс. Луч, лимон, наш? Луч, блять, алло. Поймай луч, ёбаный рот. Приготовьтесь. Как босс остановится, так база портала, что там? Побежали, нахуй. Черные ловушки. Вот, и ты его танчишь вот в этом круге, на. Вот здесь вот. Вот круг, видишь, вот он. Вот, и как он тут это самое остановится, так бежим к этим, как они называются? К книжкам. Синий проблематично будет словить. Проведи немножко, чтобы синий можно было людям ловить босса. Проведи за круг. Повернись и к кругу спиной, к красному. И сам к красному. Ага. Хорош. Смотри, чтобы на босса не шла, это не шла. Смотри, что делает дебаф. Получаемый урон уменьшает запас да. Маны. Нет, получаемый урон уменьшен на 25%. Меньше урона получается. А, это у тебя? Нормально. Да, защита снижена на 155, запас здоровья увеличен на 3000. Меньше урона получается, но снижается защита. Пошли, побежали быстрее. Что-то не пойму близко, да? Ну, к книгам бежим, прям книга за шкафы бежим, прячемся. За шкаф снег. Защита 360. Нормально, это, я через полки выглядываю, смотри, нихуя себе дамаг прошел. Кто-то неправильно бежал, нахуй. Кто-то там, блядь, круг дал. Холи ДЦ, приз, зачем ты так делаешь? Куда ты убежал, непонятно куда. Беги к нам. Че он делает? Иди сюда, вон череп, видишь? Все, давай лови свою красную. Сейчас убиваем этого пида.
Код заебись апнулся, смотри, 17к ебашит. Я сразу сказал, не насильно. Он стащил этот гелик в три раза дольше, не код. Вар хотел поставить, вар 3800. Дал бы он десятку там при самом хорошем раскладе и чё. Так, чё, шахматы хуя? Чё, шахматы? Или не надо, надо? Починка. Смотри, вот действики не качают талант, который ману резает. Чего? Кто не качает? Талант, который ману резает, блядь. У кого? У действиков. Ты послышал девственники. Девственники. Че ему какой талант и не качают, блядь. Короче, долго эти шахматы бить, пойдем этого пидора. Да как, давай потом шахматы после ласт. Или вообще не будем. Вообще да не, давай поиграем, ты же это хотел читать, давайте шахматы поиграем. Вот, блядь, я с тобой сыграю шахматы. Прикольно было бы, если бы ты на другой стороне там хуяк. Прикольно было бы, если бы они работали нормально, а не тупо стоишь, что-то там какие-то балансные бит. Весь бы тогда этот кражан был только на 6. Заметил, что здесь целка, совсем нет времени стандать. Он появляется и сразу кидается мгновенно. Жрать всех. Кто? Трэш. А, это на суркета? Да, да, да. На Эксалит он появлялся, он стоял одну секунду, выбирал цели. И в эту секунду он был, ну не секунду, там он две, по-моему, стоял. Вот за это время можно было дать стаунд, здесь не сразу бегут. Сложнее. Если они понерфят целка, блядь, я не знаю, что там делать. Там неинтересно станет. Да, нерф. Наверное, баф сделают по принципу X1. 30%, да, как-то. Да это вообще бред, да. Ну, смысла нет. О, моб вылез, ебаш. С под морды отойдите. Обычно пета садрится. Морды не стой, маг прямо в морду стоит. Я не знаю, бьет он либо. Смотри на хп пал. Она стоит. О, получилось. Чьёт ещё. Куда ты идёшь? Наверх. Заблудился. Ой, я Алика внизу возле инста вижу, ни хрена себе. Ну давай так, чё там? Ёбан. А куда ты? Чё, поставь нет какую-нибудь. Так, ДЦ, ты у нас голосом, иди сюда. Слушай, тебе просьба такая. Потом на второй фазе, когда мы переведем. Чё, подходим? А, если на нас будет голем падать метеор, то скажи, окей? Милики, значит. Квадрат прячемся. Ну, там где-то чуть дальше кружка. Хорош, нормально. Алло. Хила нет, пишешь. У меня вылетело. Да похуй. Больно. Включают печать света. Включаю, башню.
буду играть через это. Вообще. Мосу, забери с Мосу, алло. Мосу, забери, блядь, снова. Не могу забрать, не агрится. Ну падайте, хуже. А как это, блядь, не можешь забрать? Невосприимчивость. Сэс на себя повесил, не вставай, тысяч. Дуан. Давай, резать. Ты если Мосса забрал в таком случае, ты в Диси, слышишь? Ребята? Мосса. Вот если этот конь на тебе, ты зачем в квадрат бежишь? Туда милики бегут спрятаться за стенкой от кольца. Ты прибежал туда, убил всех. Так, вроде нет приста тут. Мы-то можем, а ты тут? Ну, тогда ставьте шкаф. Ну ты, ёбаный, поговори. Мосса, осторожнее там, попятиться нажимай. Рога здесь? Кихни Рогу спать туда. Да, захиливайся. Кулаки раздай, пам. Ну нехай он не раздаёт. Все вроде. Ну чё, я говорю, ставлю в жёлтенькую. Все поняли, давай я в че что ли, блин, а то мало ли кто не дохнул все. Вот сюда в череп поставь, то что очкую я. Можно? Вот сюда подтяни в череп, в въезд. Хорош. Нам долго еще будет? Вот сюда рвём, побежали в череп. Этот, слышишь, а у тебя фурик сколько можешь дать? Не знаю, ломать. 9. 9? 10 не сможешь? Там RS-25 я нашел, честно. Я Зуламан, иду, блин, какие раки 257 и ВЛ Фури, 7К ДПС. Ну сюда, не фуги у нас, это ответственный момент. Ой, ничего себе, метеор там, ебать. Тогда скажу, если полетит в РДД, то надо будет босса уводить. Пошли в квадрат. Далеко стоит, по-моему. Надеюсь, не уйдет. С запасом прям взял. Куда у него вторая фаза? Никогда. Не знаю. Нет, вторая наступает. Пациенты какие-то там. Перестает поставать это кольцо тьмы. Кидает метеоры тут по всей площадке сраной. Посмотрим, увидишь. 30 может.
35. Метеор. Уводи босса. Ой, убегайте, пал, да? Убегайте. Убегай оттуда, уходите. Не веди в 10 метеоров. Выходите на чистую. А, ну стойте там, поебать. Надеюсь, у вас все метеор уже не упадет. Вторая фаза пошла. А куда, да, теперь тебе милики отбегать будут? Ну вот между двумя лужами. А я дам сам. Они сдохнут. Нахуя ты туда побежал, блин? Вот сюда надо было изначально вести. Комната пустая, ты туда пошел. Там очень неудобно было. Неудобно, блядь, по потолку ходить. Встань к стенке спиной. Подведи к стенке спиной. Чё ты там у лужи стоишь? Смотри, чтобы вот этот огонь не доставал. Там миники стоят возле огня. Отбегаем в череп, быстро бежим. Милики все. Кольцо. Возвращаемся. Муса, блядь, как дела у тебя? Все, фаза. Кольцо тебе. 30. Что тот маг без дискорда, что мос без дискорда. А мос как он? А, на кольце, не отбежал. Не знаю. ДПС, я думаю, хватит. Не, ХСС на нем нет, слишком. Смотрите, метеор, если упадет, то пиздец. Надо будет выбегать. Ты говори, куда падает. Я бегу направо, мне похуй. Я бегу вон там, к хилу. Алле, в центр. Это... Смысла нет бежать. Сейчас смотрим, куда упадет. Не полетел. Нормально. Вон еще упал клон. Ну, тогда хуй знает. Ну, куда-то сжаться надо. Вот сюда, в череп. В череп всем сжаться. Убегайте в череп, вы добивайте босса уже. Все, следующий не успеет упасть, добиваем просто. Приздол, блядь. Там огонь с двух сторон. А я в черепе стою, меня не касается огонь, блядь. Нельзя он что, увеличивает? Все, теперь огонь везде будет. Давай, Сакру. Все уже, нет, КД. Блядь, бомжи, ебаный. Короче, на будущее, блядь. Ты видишь метеор? Не беги к этой. Там метеор лежал возле двери. И еще метеор. Ты в двух метеорах закрыл рейд. Мосса. Да, был такой. Мосса, ты сдох. Такой. Резнуть попробуй. Давай, пробуй. Мосса, такой хуйни не должно быть. Это параша какая-то. Надо сдыхать. Зачем ты сдох от кольца? От кольца тьмы. Как это куда было бежать? Ты что, слепой? Зачем ты в стену уперся? Что, стена спасает тебя? Отбегать надо от босса. Рейндж 20 метров, 25. Или ты не шаришь? Там даже по огню можно было. Я сказал побежать. Бежать в череп. Не было 10 метеоров еще. Не знаю, куда ты отбежал, ты сдох от кольца. Библиотеку ТП-штись, кто сам бежит. Просто пойми саму разницу. Я не сдох, а ты сдох. Вот это хуйня. А куда ты отбежал в таком случае? Я к РДД отбежал. Те метки это вообще для бичей, для нубов ставятся. Для тупых, для стада. Если вы не значит, хотите смотри, быть... каст какой у него? Сколько ренжа каст у него? Каст 25 метров. Все, отбегаешь всё в РДД зону. И все. Как на притяжке на Сандрее, все. Вы там резнулись? Я резнулся. Ну, два человека тут резнулся, шкаф могу поставить. Давай, оставь. Все, покидаем тело. Сейчас суманут. Этот кольцо, оно через текстуру камень, через камень не бьет, не пробивает, поэтому вы отбегаете в квадрат. Если туда падает метеор и танк сдвигает босса дальше, как мы сейчас пошли, потому что там были метеоры, отбегать надо подальше от босса, чтобы кольцо вас не задело. Оно не бьет 100 миллионов метров в бесконечность, оно бьет 25 метров вокруг босса, поэтому надо отбегать. Если вы не отбегаете, вы сдохнете. Линка никак, 25 километров. Да пизды сколько метров, это вообще не важно,
Отбегаешь в РДД зону, они стоят, кастуют и не сдыхают. Все, что еще надо? Надо это понять в голове в своей, что ХП уменьшилось, босс сейчас будет кастовать, отбегаешь. Все, сказал, в череп бежим, босс вздыхает. Такого не должно быть. Сумоньте там. Если бы он не сдох, босс бы уже лежал, и мы бы уже отдыхали. Там ты бы хотя бы один сдох, ты бы схватила, а так двое сдохли. И маг-бомж, который без дискорда ходит, дрочит, блядь. Возле этих дверей стоит, нахуй. Жопа горит, нахуй, с такой хуйни. Бафы, хуяфы, там даем чё, лапку. СС поедет на аэродруп. КД. КД, значит сейчас убьем, нахуй. Давайте черный путь. Ебашит его пидора. Мосс остапани. Я шар выдал. Ага, все, ебашит. СХП уменьшится в квадрат, будет 5 сейчас. Дальше. Можно бить. Метеор в самую дверь упал. Квадрат больше не бегает. Бегаем за черепом. На касте. Мосса в череп, семилики в череп. О чудо, смотрите, нас не убило. Чудеса. И бьем дальше. Ну, ДПС не хватает еще и потому, что минус один. Я еще вагон не бью, нихуя. 50 тысяч урон. Блой касай, да, и текущий ДПС касай. Дальше я просто буду смотреть, где метеоры падают. Так, отбежали в череп, сразу ушли. Только в тот огонь не надо забегать, все, бьем дальше. Фаза. Кого? На 30 фаза. На 30, хорошо. Там перестает говно, только осталось. Кольцо. Да он вроде кастует, только там по-другому. Как ХП забирает, сразу возвращает. Сейчас метеор куда-то упадет. Отбегайте. Бьем. За спину упал он. Кому за спину? Далеко. Ну вон хилам вон его валяет. А, во, вижу, возле меня упал. Так, смотри, что делать-то. Что делать, блядь. Только два варианта, к стенке смещать. Ну ты смотри, ты и у той стенки, отбегаем в череп быстрее. И у стены, там. И у дверей метеор. Куда ты будешь вести сейчас, если метеор упадет в тебя? Правее этой, думаю. А если в нас упадет, надо будет нам к тебе идти и только успеть. Смотри, можно как я могу встать рядом с левым, чтобы туда, если что, отбежать вправо. Давай быстрее, говори, что делать. Кольцо тьмы. Откинуло. Все, бейте, нормально. Кольцо откидывает. Ну все, фаза пошла. Сейчас метеор самое главное, куда упадет. Если вас полетит, то жопа будет. Тебе надо будет сразу летит, бежать. Не... Все, нормально, метеор падает. Череп, все, череп отошли, РДД. Немножко от огня. Не получаем урон. Кто там стоит? Вон там какой-то, блядь. А, это копия, она. Я могу бежать, если что, к двери. Стенки. Куда-то вот
О, смотри. Ну вот куда теперь бежать? Давай сюда в череп веди. Череп веди. Здесь нет огня. Веди босса в череп. Веди, веди. Ну и все, 500 тысяч здесь добьют. Если сюда падает, отсюда уходит. Но уже не упадет ничего, уже 400 тысяч сейчас добьют. А, уже упало. Тогда ох, бежим. Опять обратно бежим отсюда в череп. Похуй, немножко подамажит, 100 тысяч добивать. Здесь вот свободное место, как я и хотел убить, так и получилось в итоге. Три, сакры нету. Все, могли спасти без сакры. Капюшон, блять, не напало. Че, резайте этого ассиста. Сейчас топор. Какой секатор викинга. Так, ну что, перерыв 10 минут? И ик, коня, да? Да, наверное. Ты по десяткам хочешь? И коня, да, сходить разок. Завтра еще разок. Сколько мы 2 человека поменяли? Трога вылетел еще кто-то. Тут бар вроде.